Главный государственный санитарный врач Республики Абхазия Людмила Скорик о режиме пропуска на государственной границе через КПП «Ингур». С 26 мая 2020 года начинается организованный пропуск граждан Республики Абхазия, находившихся на лечении в сопредельной Грузии к месту их постоянного проживания. Данная мера санкционирована правительством Республики Абхазия и будет проводиться в рамках международных медико-санитарных правил 2005 года, которые действуют при карантинных и особо опасных заболеваниях. Все граждане, пересекающие госграницу через КПП «Ингур», будут осмотрены медсотрудниками на наличие или отсутствие у них симптоматики инфекционных заболеваний. Гражданам, пересекающим госграницу, обязательно при себе иметь подтверждение на лабораторное обследование по коронавирусной инфекции. При отсутствии такой справки будет забран биоматериал на исследование. Кроме того, для всех граждан, въезжающих на территорию Республики Абхазия, будет обязательным к исполнению 14-дневный карантин самоизоляции, который будет отслеживаться сотрудниками СГБ, МВД и Государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия.